Друзья, есть у нас такая традиция в обеденный перерыв музыкальную грамотность проверять. В общем-то, передача называется «Талант Тайм». Меня зовут Маргарита Иванова, и в ближайший час мы будем этим заниматься в прямом эфире по номеру 54-39-04. Рядом со мной 15 ячеек, за ними спрятаны музыкальные композиции самых разных жанров, артистов и, конечно же, тоже по временной хронологии они разбросаны очень так хорошо. Ваша задача – звонить, отгадывать и выигрывать. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия. Да, я. Ну, я вас узнаю уже просто с дыханием, мне кажется, без всяких звуков, поэтому выбирайте, пожалуйста, ячейку и начинаем наш марафон. Давайте попробуем первую сегодня. Ну, давайте. Номер один. У нас называется категория «Хиты». Что же за песня там спрятана, узнаем прямо сейчас. Внимание, приготовились. Есть какие-то соображения? Группа исполняет? Нет, не группа. Нет? Нет. Ну, девушка исполняет, да? Нет. Мужчина, да, исполняет? Мужчина. Если не подходит группа и девушка, значит мужчина. Не Меладзе? Нет. Нет? Нет. А кто? Что-то вот вроде как знакомое, но... Сделайте какую-нибудь мне подсказку, пожалуйста. Может быть, имеет смысл еще раз послушать? Ну, давайте попробуем еще раз. Давайте. Послушать. Так, мы определились, что это мужчина. Так, он мужчина. Победитель множества музыкальных конкурсов. Ему где-то в пределах 35, плюс-минус. Может, Сергей Лазарев? Нет. Нет? А кто это может быть? Да. Так, Рыбак? Нет. Нет. А этот, как его еще? Не Колдун? Нет. Да что ты, все мимо да мимо. Так, а какая его фамилия? Скажите первую букву, пожалуйста. Буква «Б». Какая буква? «Б». «В», да? «Б», «Б», «Б». «Б». Первая буква «Б», да? Да. Так, победитель многих конкурсов. Билан? Может быть. Проверим. Слава. Не молчите, выбирайте следующую ячейку, поскольку это была правильная. Давайте попробуем девятую. Мама, номер девять? Давайте. Да, да. И
И вам опять повезло на эту категорию под названием «Хиты». Что ж там будет? Сейчас узнаем. Слушаем. Какие есть варианты? Так. Группа исполняет, да? Нет. Нет. Девушка, мужчина. Мужчина. Мужчина, да. Российская эстрада, да? Да. Так. Так, так, так. Это 2000-х, да, песни годов? Нет, это современные. А, современные. Хиты. Хиты. Так, так, так. Кто же ее может исполнять? Хороший вопрос. Да. Именно на него я хочу услышать ответ. Можно еще раз послушать? Еще раз, конечно. Давайте. Приготовились. Ну, Юля, какие есть идеи? Так, идеи какие, да? Кто же ее исполняет, что мне никак не это... Так, так, так. Сколько ему примерно лет, скажите мне? В той же категории, что и Билан. В той же, что и Билан. Так. Он раньше ни в какой группе не был? Нет. Сам поет, да, сам. По себе? И поет. И поет. Так. И читает. Так, как же, а скажите, подскажите букву фамилии его. А у него нет фамилии, он под псевдонимом работает. А, под псевдонимом. Да. Ну, тогда псевдонима, первую букву. Буква М. М? Да. М, М, так. М. Это он рэпер, да? Да. Так. Ой, с рэперами вообще. Так, рэпер кто у нас? Ну, это Тимати, потом кто еще? Короче, даже затрудняюсь ответить. Но Тимати имеет к нему самое что на есть прямое отношение. Это артист Black Star лейбл. Тимати к нему имеет отношение, да? Самое прямое. Может, вот я вот подзабыла. Так, Тимати, а кто там еще? Там много, надо признаться. Что? Там много артистов. Ну да. Так, кто? Тимати, так, на Н, да? Угу. Ой. Обратный отчет включаем? 5. Ну, включайте. 4. Ну, вы пока можете говорить все еще. 3. Ну, вот там сижу и думаю, ничего в голову не идет. 2. Мне даже. На N. 1. И у нас нет правильного ответа, к сожалению. Будем ждать его от других зрителей. 54-39-04, код города 8-714-2. Прямо сейчас у нас будет музыкальная композиция, после чего продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Ай-я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 й
неге мені ойламадың? Егіде жүрек бүлініп, мезгісіз кезде көрініп, қайғыға салдым. Жан дүниемді орладың, бұлбұлсыз кезде гүл бағым. Сен қайда қалдың? Мен қайда, сен қайда, қос жағадамыз оңай ма? Өткесіз өзен болтылайды. Жаз өтті, қаз өтті, демесін қызық аз өтті. Аз күнде күнде салқындайды. Эфир на телеканале Кустанай. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто с нами на связи? Можно погромче голос? А то не слышу. Ну, можно сделать громче еще и телевизор. Кто с нами на связи? Как вас зовут? Меня зовут Дана. Ага, очень приятно. Выбирайте. Очень приятно. Пятый чик. Номер 5, пожалуйста. И вновь, у нас категория «Хиты» называется. Сейчас будет сложновато, приготовились. Итак, ваш вариант. Это российская, да, группа? Это не группа. А, это один. Один. Мужчина. Мужчина. Молодой. Так, вот вы скажите, вы рэп, да? Да, хип-хоп. Подсказку можно? Можно.
псевдоним на букву Си, английскую. И? Си. Ваш вариант? Всего 4 буквы, первую вы уже знаете. Плюс ко всему знаете, что это хип-хоп и мужчина. И что это, конечно же, хит. Хи-хи. Нет. Так. Неправильно. А последнюю букву? Из 4 еще одну? Да. Ну, буква Оу. Оу. О по-русски, если так проще. Больше не могу подсказывать. Осталось их 2 всего назвать. Три. 2. Может, какое-нибудь сано? Нет. 1. У нас нет, к сожалению, правильного ответа. Кто узнал этого исполнителя? В общем-то, много подсказок уже было дано. Звоните 54-39-04. Вот 2 подряд у нас категории хит выпали. И тоже 2 исполнителя в жанре хип-хопа не были отгаданы. А плюс ко всему, всего 14 ячеек, которые, в общем-то, пока не были узнаны нашими зрителями. Поэтому, друзья, звоните прямо сейчас. 54-39-04. Времени еще достаточно. Ну а мы пока насладимся музыкальной композицией. Хотела я сказать, если бы не позвонили в эту секунду наши зрители. Алло. Алло. Кто с нами на связи? Как вас зовут? Бигзат. Очень приятно. Выбирайте ячейку. Алло. Алло, выбирайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбирайте ячейку. 7. Номер 7. Пожалуйста. Это у нас будет любимая песня. Насколько вы с ней хорошо справитесь, покажет время. Ну а сейчас приготовились, слушаем. Какие есть варианты? Кто это поет? О чем песня? Это русский. Это зарубежный исполнитель. Алло. Так. Первую букву певца можно? Ну, начнем с того, что это группа. Так, группа? Да. И первая буква в ней Э. Э? Да. М? Просто Э, без усложнений. Эго? Нет. Итак, группа. Зарубежные. Группа. На букву Э. А сколько там букв? Там много. 7. 7? Угу. Можно третью? Не, ну это не поле чудес. Третью у нас еще никто не просил. Первая есть. Это группа. Можно еще раз прослушать музыкальную композицию. Хотите? Давайте последнюю. Буква Y. Y. Угу. Все, больше не будет подсказок.
Еще раз будем слушать или сдаемся? Сдаемся. Ну, к сожалению. Вот все-таки музыкальная композиция должна была прозвучать еще минуту три назад. Вот есть сейчас и самое место. Мы подождем, пока правильный ответ. Вы никуда не уходите, оставайтесь на нашем канале. Бұл сенің самалдан айтқызған Сілемің бе мен үшін айтылған Бәрі сенің сан түрлі құбылған Сағым бейне О, сағым бейне Сұлу бейне Сұлы бейне Итак, 25 минут эфира у нас уже остались позади. Впереди еще столько же. Ждем ваши звонки. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Оселя. Очень приятно. Выбирайте ячейку. Маргарита, я хотела сначала сказать вам, что вы очень хорошо ведете, что мне очень нравится. Спасибо большое, очень приятно. Я надеюсь, что вам сегодня улыбнется удача. И вы станете победителем. Выбирайте. Ага, хорошо. Я хочу выбрать девятый. А, девятый уже есть, да? Но она не отгадана. Давайте я постараюсь отгадать. Давайте, номер девять. Еще раз прослушаем. Приготовились. Thank you.
Итак, какой ваш будет вариант? Ну, я с легкостью могу угадать эту песню, потому что она из моих любимых. Это мод... А называется? Называется эта песня по буквам. Обычно, вот я, когда задаю какой-то вопрос, по буквам давайте отгадывать. Первая буква, последняя, а вы говорите название такое, да? Есть, да, это такое вот интересное у него название. Давайте проверим. Внимание на экран. Давай. По буквам я соберу имя твое, чтобы все заново забыть. Как будто из памяти сотрем вдвоем, чтобы нам заново любить. Не хватит букв, даже если вкратце, и всех цветов планеты, чтобы надышаться мне. Не хватит жизни, не, чтобы насмотреться на тебя, главное, богиня моей Греции. Я слишком молод, чтобы петь грустные песни. Я слишком молод, но я очень их люблю, да. В них, сука, нервов целое созвездие. Себя настоящего в них узнаю. Мы выдержим пост, мы выдержим боль, мы выдержим все. Это правильный ответ, я вас поздравляю. Двигаемся дальше, выбирайте следующую ячейку. Можно мне, давайте, седьмую ячейку. Седьмая, она у нас тоже под знаком вопроса, ее почему-то не отгадали, но, может быть, вам улыбнется удача. Слушаем. Итак, ваш вариант. Ну, это я тоже угадаю с легкостью, потому что это одна из моих тоже любимых песен. Я помню, как мы в детстве ее все вместе слушали. Это «Мятежный дух» Тиемпо песня. А как называется группа в оригинале? Эрвей. Эрвей. Слушайте, откуда вы такая взяла сегодня? Волшебница у нас. Все подряд. Ну, давайте проверим. Я слушала, вот девушка предыдущая не угадала, и я вот с радостью звоню вам. Воспользовались ситуацией, да? Да. Ну, давайте проверим. Внимание. Подсказки в вашей копилке уже целых 2 правильных ответа. Я вас поздравляю. И последняя задача ваша – выбрать еще одну, дать правильный ответ и, в общем-то, стать победителем эфира. Угу. Какая, ну, цифра нравится? 12-ю постараемся. 12-я? Угу. Давайте. Это у нас популярные песни. Внимание, приготовились. Ну, давайте, удивите меня. Вот я сейчас специально молчу, не подсказываю ничего. Вам знакома эта песня? Вот, Маргарита, знаете, у меня есть друг, который мог бы угадать эту мелодию с первых
енот, вот он любит такие песни на самом деле, а вот я в этом плане немножко, ну, уступаю ему. То есть как это? Рядом с вами сейчас сидит друг, и он будет отгадывать вместо вас? Да нет, конечно. Или у вас нет правильного ответа? У меня нет правильного ответа, но жаль, потому что мне нужен был бы мой друг, которого нет рядом сейчас. Ну, к сожалению. Может, еще раз прослушаем? Прям так жалко. Ну, давайте еще раз прослушаем. Давайте, давайте. Ну как, все равно нету? Знаете, Маргарита, вот эту мелодию я не знаю. Вот очень жаль на самом деле. Так старалась вам дозвониться в прямой эфир, попасть именно к вам. Вот что-то как-то не повезло. Ну, к сожалению. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я буду сидеть в четверг на этом самом месте, вы обязательно позвоните и станете победителем эфира, хорошо? Договорились. Продолжается наш эфир 54-39-04. Мы ждем ваши варианты, ваши звонки. Ну, у нас немножечко, конечно, сейчас сдвинулись мы с мертвой точки. Уже три музыкальные композиции были успешно угаданы нашими зрителями. Но еще их целых 12. Поэтому время позволяет, ячеек много. Жду ваши варианты. У нас есть звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Динара. Динара, очень приятно. Выбирайте. Я, к сожалению, не дома нахожусь на работе, я не вижу. Номера какие можно? Ой, сегодня все просто. У нас отгадали первый номер, 7 и 9, а вот все остальные совершенно свободны. Давайте номер 5. Номер 5, пожалуйста. Угу. У нас она звучала? Надо сказать, но и не смогли отгадать. Поэтому прямо сейчас для вас еще раз мы ее включим, а вы будьте внимательны. Приготовились. Маргарита, скажите, это исполнитель поет хип-хоп? Да. Случайно не про панду песня? Случайно про панду. Я вот, к сожалению, у него такое интересное, или псевдоним, или цыга. Псевдоним, по-моему. Конечно, да. Цыга, да? Цыга. Ага. Я вас поздравляю, смотрим. Расскажи о том, как расстояние поменяло нас, как уходили слезы под созданием темноты. Все вокруг как будто бы напоминало нас. Ты обида, да, но я с тобой на ты. Так пускай откроет нам дорогу до небес, до небес. И пускай луна посветит двум влюбленным жестко. Я сниму тревогу, ты отпустишь занавес. Я сорвусь с цепи, ты скажешь бруска. Я на заносах, мы дело же не в папиросе. Разве ты спросишь, кому ты сносишь ты? Твое дело не кипеть, и ты будешь пить. И на целом свете таких не встретишь нас. И на целом свете таких не встретишь нас. Это правильный ответ, я вас поздравляю, Динара. Двигаемся дальше, выбирайте. Так. Напоминаю, первая отгадана, 5, 7 и 9. Давайте номер 2. Номер 2? Угу. Давайте. Это у нас категория «Популярные песни». Приготовились? Слушаем. Thank you.
какие будут варианты? А, Маргарита, что-то вот мне на ум ничего не приходит. Может быть, вы подсказку какую-то дадите? Это девушка. Это девушка, да? Да. Она относительно недавно на эстраде. Но года два, не больше. А можно первую букву? Видите ли, у нее псевдоним. И если на английском смотреть, да, название, то буква Z. Z, да? Зайверт. Как еще раз? Зайверт. Зиверт. Зиверт. Вот, ну, да. Вот теперь правильно. Смотрим. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Ответ уже второй по счету. Я вас поздравляю. И последний шаг, третий. Выбирайте. Так, ну давайте, Маргарита, наверное, номер 14. Можно, да? Можно. Давайте. Хорошо. Категория у нас хиты. Внимание. Слушаем. Динара, есть вариант? А, Маргарита, подскажите, это группа? Ну, как бы их двое, наверное, да, можно назвать, что это группа. Там девушка и парень, да, по-моему? Да, да. А, это не группа «Раза». Какая вы умница. А песня как называется? Ну, «Раза» — это правильно, да? Ну, правильно. А песня, по-моему, «Пчеловод». А песня «Пчеловод». Проверяем. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Никто не узнает, куда пропадали мы пчелами, летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами, меня опьянила луна. Это правильный ответ, Динара. Я вас поздравляю. Вы пока сегодня первая, единственная, уникальная победительница нашего эфира. Я надеюсь, что вы послушаете хороший пример для всех остальных. 54-39-04, еще есть время. Ну и музыкальные композиции тоже имеются, поэтому не теряйте ни минуты. Звоните, отгадывайте и выигрывайте. Но мы пока послушаем музыкальную композицию. Oh,
Продолжается наш эфир. Есть еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Каунджан. Очень приятно. Выбирайте. Шестую ячейку. Номер 6, пожалуйста. Это у нас будут популярные песни, вернее, одна, которую нужно вам отгадать. Внимание, слушаем. Кто ее поет? И что за песня? Алло. Вы с нами? У меня нет никаких мнений. А второй раз будем слушать? Вдруг появится. А другую выбрать нельзя, ячейку? Нет. Нужно отгадать эту сначала. Есть вариант? Это группа? Это группа. Российские эстрады? Да. Можно первую букву? Буква С. С? Да. А это на русском или на английском? Это, кстати, песня и на русском, и на английском. Нет, название группы. На русском. На русском, да? Да. Это, кстати, песня и на русском, и на английском.
Итак. А сколько букв? 7. Это Земфира? Нет, Земфира — это одна девушка, а это группа. И не З, а С, Саша. А какая последняя буква? О. О? Угу. Какая группа может быть? Какая группа может быть? А, С? Пять. Четыре. Три. Два. Ответа нет? Сомбреро? Нет. Один. Ну и ноль, соответственно, у нас нет правильного ответа, к сожалению, хотя подсказок было очень-очень много. Но как-то не знают эту группу. Или, может быть, сразу не сообразили. Но, возможно, прямо сейчас наши зрители исправят ситуацию. Уж кто-то должен знать, что за группа из 7 букв. Первую знаете, последнюю знаете. И к тому же мы можем включить еще раз звук для того, чтобы вы убедились в верности своего ответа. Друзья, посмотрите сюда, еще много ячеек. Времени теперь уже становится все меньше и меньше. С каждой секундой наши часики так показывают, что скоро передача закончится. И если кто-то хочет выиграть, то должен очень-очень сильно поторопиться. Но пока мы ждем этого человека, мы послушаем музыкальную композицию. Жеңер соңында қояды көңіл, қояды өмір орынға. Болмайды кешкін, тұрмайды ешкім жолында. Уақыттың төзім, бақыттың өзің қолында. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Бір-бірін
На сегодня это все. За всеми проектами телеканала Кустанай можно следить на нашем официальном сайте kustanai.tv.kz и, конечно же, вам в помощь странички в социальных сетях. Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Находите нас, присоединяйтесь, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, оставляйте свои пожелания по поводу того, кого вы хотите увидеть в гостях в наших телепроектах, какие темы вы хотите, чтобы мы затронули. Ну и просто давайте обмениваться положительными эмоциями, ведь вместе мы сильнее. Итак, дальше у нас будут новости, у нас будут интересные программы, а Талант Тайм на сегодня заканчивается. С вами была я, Маргарита Иванова. До встречи в эфире. Пока.